Да, вот это ключевой вопрос, чем можно поделиться. Да, потому что многие вещи, они сокровенные, они требуют не просто моего желания о них рассказать, но и желания другого человека услышать, да, подготовки другого человека, определенное понимание внутреннее. Но если, может быть, брать из таких важных, что может вдохновить других людей, у меня очень интересный опыт жизни сложился. Я много лет мечтала о том, чтобы начать свою собственную карьеру, свою собственную профессиональную деятельность, независимую там, от корпорации, компании или каких-то вот других людей, да, как независимого тренера, как независимого коуча и так далее. Но много лет я об этом где-то мечтала, где-то я делала шаги, потом меня сковывал ступор, я бросала все это делать. И варилась, варилась, варилась. И из последнего, наверное, такого, да, что сейчас уже, когда за последние месяцы я это сделала, я уже, оглядываясь назад, могу сказать, что самый большой, наверное, шаг преодоления – это взять на себя ответственность. Просто перестать прятаться за спины начальников, которые платят зарплату и решают, какой длительности будет у тебя рабочий день, какую премию тебе дать или не дать. А перестать прятаться за бизнес-партнеров в том плане, что они за тебя решат, они за тебя все придумают, и ты на них, скажем так, отдаешь им все, скажем так, обязанности, при этом ты хочешь только получать. Так тоже не работает. И вот если одним словом или одной фразой вот это описывать, да, то это такое состояние, когда я поняла, что вся вселенная мой бизнес-партнер. Когда ты начинаешь свою практику, свой бизнес, свое хобби там, да, расширять не просто ради того, что, ну, просто это сделать, а кто у меня это купит, кто ко мне придет и так далее, потому что вот это же останавливает. А когда ты понимаешь, что ты делаешь это ради даже не пафосного блага там всех людей, ты делаешь это ради самого процесса эволюции, знаешь, что есть некая сила, которая тебя в этом поддерживает. И для меня самым таким удивительным стало, да, что все-таки я женщина, я девочка, да, и у меня получилось сделать это по-женски, потому что раньше я боялась, я думала, ну как, это же бизнес-план, это нужно просчитать риски, это там свот-анализ, все дела, просто пфф, вот такой вот взрыв в голове, как я это осилю? А вот в последнее время у меня стало получаться по-другому, что у меня есть какая-то идея, есть какое-то желание моего сердца, я направляю туда энергию, не знаю, медитирую на этот процесс и начинаю прислушиваться, что откликается во внешнем мире, да? Приходят какие-то люди, какие-то события, какая-то вот чувствую там волна пошла вот в эту сторону и начинаешь за этим следовать, отбрасываешь все привычные представления о там маркетинге, да, то есть мой бизнес, он в интернете, это инфобизнес, да, классические схемы, то есть там все уже давно расписано, поделено, делай раз, делай два, делай три, получишь такой-то результат. Когда я запускала свой последний онлайн-курс, я думала, так, нужно продающую страницу, нужно описание, нужно это, нужно то, то есть 150 дел, которые нужно сделать. Я на них смотрю и понимаю, что я не хочу этого делать. Думаю, так, ну, если я этого не хочу делать, но я хочу этот курс, значит, как-то это же сложится. И каким-то чудом, просто от того, что я там, выступаю на различных мероприятиях, каким-то образом люди слышат меня, начинают чувствовать, что для них тоже есть. У меня набралась группа, там 40 с лишним человек, что раньше, например, было, ну, достаточно проблематично, когда это делалось по классическим схемам. И это такой вывод, когда вся Вселенная или Бог, как это можно назвать, является бизнес-партнером, когда ты полагаешься на эту силу.